Rama, Rama, Rama.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Сегодня мы прочитаем второй текст из 9 главы Бхагавад-гиты. Раджавидья раджа гухьям павитрам идам уттамам пратьякша вагамам дармьям сусукхам картум авьяям. Это знание царь всего знания, тайна тайн. Это знание чистейшее, и поскольку оно дает человеку живой опыт постижения своей собственной природы, оно является совершенством религии. Это знание вечно, и постижение его радостно. Комментарий здесь очень большой, поэтому я прочитаю фрагмент, несколько абзацев. Эту главу Бхагавад-гиты называют «Царем знания», поскольку в ней изложена суть всех философских доктрин, о которых шла речь до этого. Основные направления индийской философской мысли представлены в трудах Гаутамы, Канады, Капилы, Ягьявалки, Шандили и Вайшванары. Этот ряд замыкает Вьясадева, автор Веданта-сутры. Таким образом, в философском и духовном знании нет недостатка. Однако Господь называет 9 главу Бхагавад-гиты самым сокровенным знанием, поскольку сокровенное или духовное знание объясняет разницу между душой и материальным телом, а венцом сокровенного знания является знание о преданном служении. Люди в большинстве своем не знакомы с этим сокровенным знанием. Знание, которое им дают, касается природы внешнего мира. В системе мирского образования люди изучают множество различных наук, политику, социологию, физику, химию, математику, астрономию, технические дисциплины и так далее. В мире много больших университетов, где изучают различные науки, но нет ни одного учебного заведения, где бы преподавали науку о душе. Между тем, душа – самое важное, что есть в теле. Тело, лишенное души, перестает представлять какую-либо ценность.
Тем не менее, люди сосредоточивают все свои усилия на удовлетворении потребностей тела, забывая об источнике жизни души. В Бхагавад-гите, начиная со второй главы, постоянно подчеркивается важность души. А в начале второй главы Господь говорит, что тело бренно, а душа бессмертна. А знание о том, что бессмертная душа отлична от материального тела и по природе своей неизменна, неразрушима и вечна, само по себе является сокровенным. Но это знание еще не раскрывает подлинную природу души. Некоторые думают, что душа отлична от тела, и после смерти тела или после освобождения от материального тела она попадает в пустоту и становится безличной. Но на самом деле это не так. Как может душа, столь деятельная в теле, стать пассивной после того, как освободиться от его оков? Душа всегда действует. Раз она вечна, то и действует она вечно. Ее деятельность в духовном мире составляет самую сокровенную часть духовного знания. Поэтому знание о деятельности вечной души названо здесь целым знания, его самой сокровенной частью. На этом мы остановимся. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутале Своям рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванча калпа тарубьяшча крипа сингхубья эвача патитанам паванибью вайшнавибью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishthaya, Bhutale Shrimati, Bhakti Vedanta Swami Niti Namini. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini, Nirvishesha Shunyavadi Paschati Adesha Tarini. Раджа видья, раджа гухьям, по ветрам и дамуттамам, пратякша вагамам, дхармям, сусукхам, картум, авьяям. Это знание, царь всего знания, тайна тайн. Это знание чистейшее, поскольку дает человеку непосредственный опыт восприятия собственной сущности. Через духовное сознание оно является совершенством религии. Это знание вечно и постижение его радостно. Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что есть разные уровни знания. Знание высоко ценится, знание является обязательным. Каждый человек должен получить какое-то образование, поэтому следят за тем, чтобы дети ходили в школу, как минимум, чтобы все среднее образование хотя бы получили. Потому что если у человека нет знания, то его деятельность будет неквалифицированно, он будет совершать много ошибок. Итак, постижение мира, обретение этого знания, оно является очень важным. Но жизнь не заканчивается материей, она идет дальше. Если мы просто будем наблюдать за материей, то может показаться, что мир какой-то вообще глупый. Просто вот наблюдение за миром эмпирическое, своими чувствами. Мы видим какие-то просто события, но мы не всегда можем понять, как они связаны. И для того, чтобы понять вот, связь различных событий, явлений, для этого нужна философия. Философия – это как раз способность связывать различные явления этого мира в какую-то единую цепь, в какую-то единую ткань. Поэтому есть видимый мир. Этот видимый мир, теперь его нужно, то, что мы в чувствах наблюдаем, теперь это все нужно каким-то образом расставить в своем сознании, какую-то ясную, устроенную систему. И это возможно сделать при помощи философии. Так вот, самое сокровенное знание, это как раз и есть то знание, которое помогает нам понять, что и как, с чем в этом мире связано. Вот, физическая картина мира – это одно, вот, но эта физическая картина мира, она не дает полной картины мира. Если мы задумаемся,
о том, как вот мы тут что-то познаем. Познаем мы вещи в сравнении. Например, я могу сказать, что Санкт-Петербург севернее Москвы. Но это сравнение стало возможным только благодаря тому, что существует Северный полюс, абсолютная точка севера. Если бы абсолютной точки севера не существовало, относительное понятие севернее или южнее, оно бы не существовало также. То есть относительные заключения можем делать только тогда, когда присутствует некий абсолют. Итак, есть точка абсолютного севера, Северный полюс, и в связи с этим можем говорить, что это место севернее другое, а это слово. Какое место в нашей жизни занимает Северный полюс? Да никакого. Но если бы его не было, мы не смогли бы сказать, что одно севернее другого. Понимаете? То есть есть абсолют. Мы его не видим, мы его не понимаем. Но в своей относительной реальности мы неосознанно этими абсолютными мерками пользуемся. Мы говорим «лучше, хуже», «добрее, злее», «выше, ниже». Если бы не было абсолютного верха, мы не могли бы сказать, что «выше». Понимаете? Если бы не было, допустим, абсолютной красоты, мы не могли бы сказать, что вот это красивее другого. То есть в нашем сознании присутствует некий неосознанный какой-то вот идеал чего-то, самого-самого-самого, самого богатого, самого красивого, самого сильного, самого умного, самого славного. И по отношению к этому неосознанному идеалу все остальное более богатый, менее богатый, более красивый, менее красивый, более знающий, менее знающий. То есть без присутствия вот этого абсолютного понятия, абсолютного мерила, вот, не существовали бы относительные понятия. К сожалению, люди в основном не очень так глубоко задумываются о жизни, поэтому для них это может быть каким-то откровением, что без абсолюта, оказывается, и относительного это не существует. Хотя это, в общем, просто здравый смысл. И самое сокровенное знание – это как раз то знание, которое и открывает нам тот самый абсолют, высшее мерило, высший источник всего. Вот. Всего есть источник в этом материальном мире, откуда-то все берется, полезные ископаемые, из земли. А земля откуда? Всегда мы видим какие-то причины, но мы не видим самых глубоких причин. Мы говорим, вот откуда вода. Вода из крана, а в кране откуда она взялась? Из водохранилища, из реки, из озера какого-то. А там откуда она взялась? Ну, дожди выпали. А вообще изначально откуда вода взялась? Ну, мы не знаем соединение H2O, там, да, этого водорода, кислорода. А водород и кислород откуда взялись? Хватит уже вопросов, да, все это, просто включай кран, пользуйся водой. То есть люди не очень думают вот об этом каком-то первоистоке, и вот это как раз и называется обывательским взглядом на жизнь. Когда человеку достаточно вот как чего-то такого узкого, и он говорит, да, это все остальное, зачем это вообще все надо? Вот это называется обывательский взгляд на жизнь. И человек может иметь высшее образование, все, он там ориентироваться в чем-то, диплом какой-то у него есть. Но это не то высшее образование. Духовное знание, вот это есть высшее образование. То есть знание как раз о изначальной природе, о высшем источнике всего, вот это вот высшее образование. А если у вас какое-то там высшее техническое или юридическое, еще какое-то образование, это образование лишь, вот, так сказать, в сфере каких-то относительных материальных явлений. Вот, спросите юриста, да, какого-нибудь, что вот он изучает законы и так далее, он изучает частные какие-то проявления в этой стране, такие законы, такие, он может какую-то историю законов изучать, римское право, законы ману, вот. Но почему мне задаться вопросом, почему вообще существуют законы, почему они вообще нужны, не проще ли быть без законов, да, было бы так хорошо, что хочу, то и делаю вообще, свобода полная, вот. Так живут некоторые по закону джунглей, да, вот сила она и решает, кто прав, кто не прав, закон здесь ни при чем. Вот. Но совершенно очевидно, что раз существуют законы в человеческом обществе, и даже есть законы среди полных беспредельщиков, люди, которые вообще нарушают все законы, криминал вообще такой полный, да, вот у них тоже есть свои законы, тоже какие-то понятия о чести, о честности, о каком-то там долге и так далее, уважение к старшим, тоже у них там своя какая-то иерархия, да, вот. То есть это обозначает, что
Вроде бы, зачем в материальном мире нужны какие-то законы? Для чего они нужны? Вот, законы нужны, это необходимость, потому что закон – это то, при помощи чего регулируется наша жизнь. Уберите правила дорожного движения, просто светофор не работает, и уже пробка, и уже проблемы, понимаете, начинаются. Нужно какого-нибудь этого ставить регулировщика, который там будет это, палками туда-сюда показывать. Вот, просто потому что люди под влиянием своего эго, каждый будет гнуть свою линию, да, я хочу проехать первым, никто никому не будет уступать дорогу, тут же образуется свалка. Вот, поэтому должны быть какие-то законы, которые регулируют. Сейчас проезд туда, вы стоите, ждите. А теперь проезд сюда, теперь вы стоите, ждите. То есть какие-то правила регулируют все эти вещи, потому что без этих законов жизнь просто невозможной станет. Вот, и впору задать вопрос, если законы существуют везде в этом материальном мире, и в каждом обществе есть законы, и в природе есть законы, вот все тут регулируется определенными всеми этими механизмами, круговорот какой-то существует в мире, вот, то почему они существуют? То есть как мир, который возник, допустим, из какого-то там большого взрыва или непонятно из чего, случайно, каким образом в этом мире сложились довольно-таки четкие и ясные законы, которые регулируют этот мир? Вот, закон, слово обозначает, что кон – это вот этот конец, конечное нечто, вот это кон. То есть материальный мир, он конечен. Закон – это то, что приходит из-за пределов этого конечного мира. Такова этимология, таково значение происхождения слова «закон». То есть это нечто, что устанавливается в этом мире, откуда-то приходящее из-за пределов. То есть это правила игры определенные. Если вы где-нибудь, как-нибудь, не знаю, там, эксплуатируете любую систему, играете в какую-то любую игру, есть правила, законы. Если вы играете в футбол, говорится, что вот руками нельзя трогать мяч, вот там положение вне игры, вот то, вот все. То есть без этих правил нет футбола. И так во всем. То есть эти законы, они регулируют определенный порядок, но кто является этим законодателем? Откуда это все? Кому это нужно? То есть вещи существуют. Почему вообще что-либо существует? Вещи существуют просто потому, что у кого-то есть необходимость. Если нет никакой необходимости, ничего не может существовать. Пища существует где-то там, потому что у меня есть потребность ее есть. Вода существует, потому что у меня есть потребность ее пить. Воздух существует, потому что у меня потребность им дышать. Вещи существуют просто потому, что у кого-то есть потребности. Вот и все. А потребность – это свойство личности. Вот. Поэтому веды устанавливают, в конце концов, пунктом первым, первый элемент бытия – это наличие Ишвары, наличие повелителя, который, собственно говоря, и устанавливает все эти законы. Это пункт первый. Это не то, что люди жили, а потом додумались, о, может быть, какой-то там есть Бог. Нет, сначала есть Бог, а потом все остальное. Конечно, люди о нем позже, может быть, догадаются, но самые разумные существа в начале Вселенной – это мудрецы. Интересно, что согласно эволюции первые существа какие там? Одноклеточные водоросли, да? Вот. Но вот согласно ведической концепции первые существа – это великие мудрецы. Брахма, его там этим, Аманаса Путра, там четверо кумаров. Наоборот, это суперлюди, что называется, это сверхразумные существа, которые все обо всем знают. А нам предлагают поверить в какие-то там одноклеточные водоросли, которые развивались, вот, и как-то там непонятно, по каким-то законам они, наверное, развивались. Да? Вот, то есть странный взгляд на мир нам предлагают. Итак, существуют определенные потребности, существуют определенные законы. Мир – это такая вот система определенная. Вот и мы пытаемся через эти законы как-то вот нащупать, прийти к чему-то. Допустим, в греческой философии они Бога или источника всего называют термином «логос». Вот, то есть вот логос – это вот как вот некий какой-то вот источник всего какого-то закона, то есть тот, кто все укладывает логическим образом определенным, логосным. Вот, и мы знаем, что многие науки, они называются, вот, в название многих наук слово «логос» входит как составная часть. Геология, какая-нибудь там еще какая-то логия, да, филология, астрология. То есть логос – это
логическое знание о чем бы то ни было, биология, неважно что. То есть любая сфера, что вы возьмите, возьмите биологию, возьмите небо, возьмите землю, вот, люди пытаются найти в этом какую-то логику, как устроены законы, структура, что с чем как связано. Это называется наука. Когда люди берут какую-то сферу, психологию, и разбираются, там, что такое вот, мышление человека, его эмоции и так далее, какие-то там закономерности вводят. И когда они увидели какие-то закономерности, говорят, мы разобрались более-менее с этим умом, и наука наша будет называться вот так, психология. Вот, но корнем вот этого всего, вот этой вот любой логии является вот этот вот логос. То есть фактически самая главная наука – это теология, это наука о Боге, потому что он и является как раз вот источником всех законов, он и является тем самым ключом. Вот, и поэтому, если мы знаем первопричину, если мы знаем источник всего, то все остальное легко открывается. Вот, то есть поэтому Кришна говорит: «Знающий меня знает все». 19 стих 15 главы Бхагавад-гиты. «Знающий меня знает все». Вот, или в той же 15 главе он говорит: «Видаешь, часарвир агам эва видео». Смысл всех вед – познать меня. Потому что если человек понял Бога, он понял все остальное. Потому что все остальное – это следствие из него исходящее. Вот это называется самое сокровенное знание. То есть знание о том, что не видно обычными глазами. Но духовными глазами, глазами духовного знания, эти вещи начинают открываться. Вот, и первая причина всего сущего, ее можно пытаться философски искать, но философский максимум, до чего мы можем дойти, это вот, ну, до какого-то понимания, что да, вот, вот есть какой-то логос, как-то вещи логически связаны. Вот, наблюдая за событиями, мы можем понять, что существует закон причинно-следственной связи, который называется кармой. Вот, потому что если мы эту вот философию не включим, что события связаны между собой причиной, наследственные связи, мир просто какая-то бессмыслица. Вот, и хотя мы не видим, как это все связано, мы говорим, что вот существует такой закон, и мы можем наблюдать эти вещи, как вот, допустим, человек совершил какое-то одно событие, он получает какие-то действия. То есть мы понимаем, ну, на простом уровне, да, что грешишь, пойдешь в ад, там, праведник, пойдешь в рай. То есть на таких простых схемах вектор развития. Очищаешься, значит пойдешь выше, деградируешь, значит, под тяжестью греха пойдешь ниже. То есть такая простая динамика, которая просто показывает, что действия, они связаны с их последствиями. Хотя нигде вроде как эта философия, так она прямо так не прописана, да? Вот, нигде закон кармы не изучают, ни в каких университетах. Вот, но люди понимают, что вещи связаны. Связаны этими невидимыми законами, поэтому они говорят, вот, по делам, там, ему за то-то он там получил определенные вещи. То есть просто наблюдение мира, оно заставляет нас включать разум и видеть все эти связи. Вот, то есть знание проявляется в какой-то степени через наблюдение, но прийти к высшей причине всех причин наблюдением уже не удастся, вот, потому что по своему определению Бог стоит выше всех чувств, его называют адхокшаджа, то есть тот, кого невозможно воспринять какими-то ограниченными материальными чувствами. Вот. Но также дается объяснение или, скажем, методика, что чувства, оказывается, можно очистить. То есть то, что сейчас у нас очень такой ограниченный диапазон, это одно. Этих чувств хватает нам для того, чтобы как-то ориентироваться в материальном мире. Но если мы хотим осознать кого-то, кто выше всего этого, уже эти чувства не работают, как сказано. Атакши Кришна нам один абхавет грахьям индрияй. То есть обычные грубые чувства, они не могут осознать тонкую реальность. Вот, поэтому теперь людям дается процесс. Хотите почувствовать тонкую реальность, осознать? Очищайте свои чувства, готовьте их к этому. Совершенно очевидно. Хотим что-то понять в тонкой науке, готовься. Вот, потому что, в общем, так сказать, дважды два, четыре – это знают все. Уже полную таблицу умножения уже знают не все. А, допустим, высшую математику, может быть, знают единицы. Чем тоньше наука, тем меньше в ней специалисты. Понимаете? Любой дурак может пнуть по мячу, но играть на чемпионате мира по футболу могут только единицы. То есть, чем более тонкое какое-то явление, чем более тонкое и высокое искусство, тем меньше в нем специалистов. Точно так же, когда речь заходит о самом сокровенном знании, это вещи такие. Не все, к сожалению, могут понять, не потому, что они закрыты или скрыты, а просто потому, что люди этим мало интересуются. В самом начале 7 главы Бхагавад-гиты, 3 стих, Кришна говорит: «Среди многих тысяч живых существ
Немногие стремятся к совершенству, а я достиг совершенства, едва ли один воистину познал меня. Вот, то есть стремление само по себе к совершенству, к этому самому сокровенному знанию, к очищению чувств, это довольно-таки редкое явление в материальном мире, потому что в основном живые существа просто озабочены созданием какого-то материального комфорта для себя. Но даже для того, чтобы сделать это, тоже необходимо знать какие-то законы. И вот веды дают базу, то есть Хочешь повысить стандарт своей материальной жизни, какого-то комфорта и так далее, пожалуйста, вот тебе правила, пойми, откуда все эти вещи исходят. Вот если даже до Бога не дотягиваешь, ладно, есть полубоги, личности, которые дают там какие-то материальные блага, вот можно к ним, так сказать, обратиться. То есть всегда человеку показывают, что получаешь что-то всегда только сверху, только сверху. Снизу ничего получить невозможно. Все элементы, все какие-то блага, знания, что угодно мы получаем, только сверху. Я прихожу куда-нибудь, в какое-нибудь учебное заведение, вот, говорят, вот профессор, учись на него, становись студентом, он выше тебя, он лучше знает, все, следуй технологии, ты получишь. То есть мы все, любое благо мы получаем только сверху. Даже если мы его поднимаем с земли, вот как оно оказалось на земле. То есть источником всего является вот этот вот высший источник. Поэтому хочешь улучшить свое материальное положение, обращайся наверх. Люди просят же, допустим, добавку к пенсии, к чему-то еще. Кого они просят? Они же наверх обращаются, правильно? Каким-то вышестоящим инстанциям. Давайте нам индексируйте пенсии или еще что-нибудь такое. То есть все, что люди получают, и материального, духовного, знания, и какие-то всякие разные блага, все исходит сверху. Это обозначает, что источник всего, он где-то там наверху. Вот. Но ясного знания об этом у людей нет. Так вот, самое сокровенное знание – это как раз то, что проясняет все вот эти вот тонкости, о которых люди, может быть, как-то смутно догадываются, но не имеют ясного такого систематизированного знания. Вот. И Бхагавад-гита в этом плане является удивительно таким структурированным, четким, ясным источником, потому что Бхагавад-гита, она представляет собой квинтэссенцию всех Упанишад. Упанишады – это самая такая вот, ну, сложная философская часть вед, она предназначена для людей, которые уже вообще отринули мир, то есть вот есть четыре уклада человеческой жизни, ученики брахмачари, семейные люди грехастхи, такие, скажем, уже начинающие отречение ванапрастхи, пенсионеры и саньяси, монахи, в строгом смысле слова, уже полные монахи. Вот, и для каждого этого уклада жизни существует определенный тип писаний. Допустим, вот веды говорят, что самхиты – это для брахмачария, у них они еще как юные, молодые, они хорошая память, они эти самхиты изучают, все там наизусть запоминают. Вот, потом, когда они становятся грехастхами, они изучают уже брахманы, это уже, скажем, проникновение в суть этих самхит. То есть сначала люди просто запоминают, потом начинают разбираться. Вот. Потом идут араньяки, это для тех, кто живет в Аранье. Аранье – это лес буквально, для жителей леса. Вот. Они уже начинают понимать глубинный смысл всех этих ритуалов и так далее. И саньяси – это вот полностью отрешенные монахи, для них существуют упанишады. Это такие самые вот сложные такие философские тексты. Так вот, Бхагавад-гита, она является квинтэссенцией всех Упанишад. Вот, Упанишад, их очень-очень много, достаточно сложная литература. То есть обычному мирскому человеку разобраться там крайне сложно. Но Бхагавад-гита в этом плане, она очень удобна как раз тем, что всего 700 стихов, и все так очень здорово структурировано по типам, так сказать, вот для людей, склонных к деятельности, карма-йога, для людей, склонных к развитию знаний, гьяна-йога, для людей, склонных к развитию мистических сил, аштанга-йога, для людей, склонных к преданному служению, бхакти-йога. И все это завязано в такую четкую систему, определенную лестницу, поэтапное развитие. Вот. То есть, может быть, сразу у человека, читающего Бхагавад-гиту, такое впечатление не сложится, но если он начнет изучать под правильным руководством, тогда Бхагавад-гита, она открывается именно вот так, как очень стройное такое произведение, где все ясно, все понятно, все логично, все структурно. Вот. Итак, это самое сокровенное знание, оно также здесь, говорится, является павитром. Павитром обозначает, что оно очищает.
Бывает так, что какое-то материальное знание, оно не всегда очищает. Люди говорят, знаете, лучше бы я не знал этого, столько беспокойств, вот, от какой-то там материальной информации, о чем-то еще. Но духовное знание обладает свойством именно очищать сознание, потому что это знание о самом чистом, о самом верховном. Вот, то есть все лишнее, все такое наносное, все, что связано с влиянием материальной природы, низшие гуны, страсть, невежество, все эти вещи, они, скажем так, оседают. То есть сейчас материальный мир для большинства людей – это какая-то такая вот смесь непонятная, где все вот так вот намешано и ничего не понятно, что к чему. Но, допустим, если какую-то смесь, в нее что-то капнуть, такое химическое, бывает раз, осадок быстро все выпадает, и прозрачная вода остается. Так вот, самое сокровенное знание, оно будет точно таким же эффектом. Когда человек обретает его, то в уме наступает полная ясность. Все ненужное выпадает в осадок, и появляется полная ясность. Все, все совершенно ясно. Как вот, допустим, вы где-нибудь ходите в какой-нибудь темной комнате, спотыкаетесь, там на все натыкаетесь, ищете на ощупь что, где. Стоит нажать выключатель, бум, все, свет, все понятно. Вот самое сокровенное знание, оно вот таким вот образом действует. Или как Кришна говорит в 5 главе Бхагавад-гиты, что когда восходит солнце, то все озаряется светом, мир становится понятным. Но ночью ничего не понятно. То есть самое сокровенное знание – это не просто там какое-то вот, какую-то науку мы изучили, а это самая главная наука. Это и есть вот наука всех наук. Вот потому что все что-то изучают, все что-то хотят знать, но люди, к сожалению, не знают самого главного. Вот, и поскольку они не имеют главного знания, основного, то они в своей деятельности совершают очень много ошибок. Вот, когда же человек обрел самое главное знание, знание о первоистоке, о Боге, о его законах, тогда ему становится понятно, каким образом это высшее духовное знание, оно регулирует уже любую сферу жизни. Ему понятно, почему работают материальные законы, как работает физический мир, ему понятно, как работает социум, общество, какие должны быть взаимоотношения людей, почему между людьми существует иерархия, порядок, какие-то определенные правила, выясняется, что это определенная божественная структура, как вот в теле присутствует параматма, которая все организует определенным образом. Также в обществе она присутствует в виде законов, вот эти вот правила взаимоотношений между разными людьми, между разными полами, которые вот регулируют отношения мужчины и женщины. Все должно быть под определенным каким-то контролем. Да? Допустим, мы знаем, что огонь – это очень важная энергия, очень важная субстанция, без нее ничего невозможно. С другой стороны, мы знаем, что этот огонь такой важный, его нужно как-то контролировать. Допустим, если у вас дома камин или там, не знаю, там, газовая плита, вы пользуетесь огнем, зажигаете камин и все. Но если этот огонь из камина выйдет, это уже называется пожар, понимаете? Вот, или там забыли вы эту самую закрыть конфорку эту газовую, да, и куда-то там огонь пошел. Это уже караул. Вот, то есть огонь есть, но им нужно уметь пользоваться. Вот, точно так же взаимоотношения в обществе – это взаимоотношения разных стихий. Допустим, вот веды говорят, что женщина обладает природой огня. Вот почему? Потому что она включает, так сказать, трансформации различные. Вот, то есть она побуждает вот мужчину там мыслить, действовать и так далее. Вот, но говорится, что этот огонь, чтобы он не превратился в пожар, который там все, так сказать, сожжет, да, вот этот огонь, он должен быть в рамках какого-то камина. Все, вот здесь вот огонь нормальный, да, здесь он греет, дает какой-то свет, а если бесконтрольно будет огонь, то караул. Поэтому ведическая культура говорит, вот женщина огонь, вот, он совершает многие правильные процессы, вот, но если этот огонь будет бесконтрольный, значит все вокруг сгорит. Поэтому этот огонь нужно определенными правилами, допустим, ограничить. То есть все объясняется научно, потому что веды объясняют нам сами базовые такие принципы, что, как работают взаимоотношения пуруши и пракрити, мужское и женское начало, поле и знающие поле и так далее, что такое знание определяют. То есть такие базовые понятия, без которых жизнь вообще непонятна. То есть большинство проблем этого мира, которые сейчас существуют, они происходят просто потому, что люди не знают законов. Или энергии, которые у них есть, они не контролируются. Вот, поэтому регулярно возникает там какая-то необходимость ограничения стратегического вооружения, давайте уничтожать то. Сначала наизобретали, теперь давайте ограничивать. Да? Вот, то есть люди не умеют пользоваться
энергиями, которые даны им. Они не способны контролировать свои собственные умы и чувства. То есть культура очень низкая у людей. Сейчас им вот этот вот технический прогресс заменил прогресс человека. Вот, и поэтому мы имеем такую вот интересную аномалию в современном мире, когда у людей очень много каких-то материальных возможностей, очень много материальных достижений, а люди сами по себе очень примитивные, не способные ни контролировать ни чувства, ни ум, у них нет какой-то достойной цели, к чему они стремятся, и поэтому вот все на таком очень низком уровне, много ресурсов, а использование их совершенно неправильное. Вот, и поэтому мы видим, что чистую землю, где много разных возможностей, люди превратили просто в натуральный ад. И когда за воздух, чистый воздух, нужно платить. Как нужно платить? Чтобы вдохнуть чистый воздух, нужно за город уезжать. В городе его уже нет. Это обозначает, что за него нужно платить. То есть нужно какое-то количество километров проехать, чтобы просто подышать чистым воздухом. Чтобы просто попить чистой воды там, и так далее. Чтобы где-то вот найти участок какой-то земли, не отравленной ничем, никакими химикатами, всякими этими сбросами и так далее. То есть мы видим людей, которые пользуются разумом, что-то такое они делают, но продукты деятельности, они внешне привлекательно выглядят, но по своей сути они полностью разрушительны. Это то, что называется угрокарма в нашу эпоху, в Кали-югу. Это на каждом шагу. То есть в основном деятельность людей, хотя по видимости она созидательна, по видимости, по внутренней сути она разрушительна. Вот потому что разрушается экология, сокращается, так сказать, разрушается здоровье человека, в конце концов разрушается сознание человека. И так вроде внешней деятельности созидательное, а по сути разрушительное. То есть получается, что мы убиваем свою собственную природу. Вот. И самое худшее, что происходит с людьми в нашу эпоху, когда развивается материальное знание, но не развивается духовное знание, они превращаются в таких духовных мертвецов. То есть вроде как души, вот, но духовной жизнью не живущие. Почему здесь в комментарии Шрилы Прабхупада и объясняет, что знание об отличии духа и материи – это сокровенное знание. Но это еще не все. А в чем же теперь состоит сама сущность души? Просто то, что она отличается от материи, это очень хорошо. А сущность ее, деятельность ее души в чем? Я говорю, что вот поведение души в духовном мире, во взаимоотношениях с Богом, вот это вот и есть самое сокровенное знание. То есть не просто, что я отличаюсь от материи, это уже большое облегчение. Это понимание того, что мы бессмертны, нам ничего не угрожает. Это уже большой плюс. То есть духовное знание, такое вдохновляющее природой. Но это не конец, только начало, что душа отлична от тела. И в чем ее природа, этой самой души? В служении Богу. Вот. И поэтому вот это называется самым сокровенным знанием, знание о том, как вот, преданное служение проявляется в нас. Научить живые существа принципиально другому типу деятельности. В этом мире нас учат в основном, что как поддерживать тело, зарабатывать на жизнь, строить дома, добывать пищу. Такие вот утилитарные, практические какие-то моменты. Вот. Но а деятельности для души нет. Вот поэтому Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что куча разных университетов по всему миру обучают и тому, и тому, и тому, но нету ни одного университета, даже ни одного факультета, где бы изучали науку души. То есть не просто с такой физической точки зрения, что такое душа. Даже этого не изучают. А уже о том, каково ее применение, что она может делать, душа, об этом вообще речи нет. Вот поэтому эти вещи мы узнаем только вот из таких альтернативных источников природы души. И поскольку каждое живое существо стремится быть частью чего-то, находится в поиске какой-то вот красоты, какого-то идеала. И когда мы этот идеал находим, и у нас появляется сильная привязанность к этому человеку, то люди начинают спонтанно совершать служение. Просто в этом мире, когда люди встретились, как-то они друг другу понравились, полюбили друг друга, что они начинают делать? Они начинают служить друг другу. Потом, ладно, там это чувство как-то там мутирует, изменяется, но сам факт, что она нам показывает хотя бы в такой упрощенной демоверсии, что такое любовь, понимаете? Вот просто такая упрощенная материальная вот эта вот идея, да, что люди встретились, люди увидели, и у них появилась тут же идея служения друг другу.
Вот это и есть в таком урезанном, упрощенном виде идея служения Абсолюту. Потому что когда живое существо увидело Бога или познало Бога, то сразу же включается идея служения. Потому что тот, кого мы любим, мы этому человеку хотим служить. Это вполне естественно. То есть обычно слово «служение» у нас вызывает какой-то немножко негативный такой подтекст, потому что служение обозначает подчинение, там, какое-то вот давление и так далее. Но с другой стороны, я говорю, опять же, когда мы кого-то любим, и вы любите своего ребенка, что вы делаете? Вы просто бескорыстно ему служите и помогаете, и готовы в него сколько угодно времени и сил вкладывать, вот просто потому что вас с ним связывает любовь. Вот и все. И когда живое существо достигает вот такого же состояния отношений с Богом, не просто я догадался, есть там кто-то наверху такой, да, вот, а именно когда уже начинаются вот эти вот отношения, тогда вот эта душа, она начинает раскрываться, естественно. Вот, допустим, бутон лотоса, да, вот он скрытый, а теперь он раскрытый. Как он раскрылся? Под влиянием чего? Под действием лучей. Солнце, он раз и раскрылся. Точно так же душа сейчас... Она, ну, действует на какой-то очень незначительный процент своих возможностей. Она сейчас просто дает энергию телу для поддержания. Вот и все. Присутствие. Почему Прабхупада в комментарии говорит, что знание о душе самое главное? Говорит, потому что без души тело, оно не работает. Как вот без электричества, сейчас вот я пользуюсь этим планшетом, да, мне уже показывают низкий заряд аккумулятора. Сейчас еще минута, и бум, он выключится. Да? И когда это электричество закончится, это будет просто кусок железа. Вот все. Вот точно так же, когда сознания души нет, ничего нет. То есть все остальные темы, они закрываются. Мертвому телу уже ему ни холодно, ни жарко, ему не нужно ни есть, ни в туалет ходить, ничего. Все, то есть как бы тема закрыта. Вот, поэтому вся наша жизнедеятельность, она происходит только до тех пор, пока внутри есть это сознание. Итак, это вот первый этап духовного знания. Мы поняли свое отличие от тела. А дальше что? Вот, мы пытаемся сейчас просто планы души, идеальные планы души осуществить через ограниченное, неидеальное тело. И поэтому результат этих всех попыток каков? Разочарованность. В это материальное тело, оно живет по закону кармы, и поэтому кому-то чего-то не хватает, у кого-то чего-то избыток. То есть это особенность материальной жизни. Поэтому всегда здесь, все время здесь в чем-то присутствует какой-то дефицит, какая-то дисгармония, это вот материальный мир. Это следствие того, что мы пользуемся жизнью не по правилам. Духовная жизнь, она совсем другая. То есть там нету дефицита. Там нету всех этих проблем. Вот, там жизнь, она полностью такая гармоничная. Вот, и поэтому духовное знание – это как раз прямой практический путь гармонизации своей жизни. И даже если в материальном плане там как-то у нас не все идеально, потому что карма – это то, что имеет свою инерцию, где-то она изменяется, где-то она не изменяется, в зависимости от того, насколько она глубокая. Есть глубоко укоренившаяся карма, есть какая-то поверхностная карма. Поверхностная карма легко уходит, глубинная карма – она с трудом уходит. Есть какая-то карма, которая вообще не уходит. Даже если самые какие-то такие тяжелые формы обусловленности, когда вот материальная ситуация, ну, никак не меняется, по меньшей мере духовное знание, оно дает человеку компенсацию, то есть он может это все легко принять, он может с этим жить. Когда с другой стороны, если духовного знания нет, люди становятся несчастными просто потому, что чего-то у них нет. Когда человек обретает духовное знание, даже чего-то у него нет, он понимает, этого нет, потому что вот Кришна не считает нужным. И я живу без этого. Вот. То есть это сразу наполняет жизнь совершенно другим содержанием. Вот. Поэтому вот этот вот стих очень интересный. Здесь еще Кришна говорит, что это знание, оно еще было интересным свойством, сусукхам картум авьяям, что сукхам обозначает счастье, а сусукхам это обозначает очень большое счастье. И оно обладает неисчерпаемой природой. Авьяя обозначает вот черпайте, черпайте и не вычерпаете. Бездонное знание. Авьяям. Сусукхама картум авьяям. Итак, он говорит, это знание вечно, авьяям неисчерпаемое и постижение его радостно. То есть просто, если мы умеем вот в эти вещи погружаться, если это знание стало, скажем, таким вот нашим воздухом, то, чем мы дышим, тогда у человека будет совсем другой настрой, совсем другое понимание жизни, и это знание станет источником энтузиазма для человека. Поэтому просто
вот, скажем, когда мы подключаемся вот к этой розетке такой, да, это вот духовное знание, идущее свыше, и мы подключаемся к этому, первый эффект – это сразу расширение сознания. Все это вот сейчас, как, допустим, вот этот вот планшет такой уже разрядившийся, да, если сейчас подключить, сразу экран станет ярче гореть. Свежая энергия потекла. Точно так же в этом материальном мире живые существа такие потухшие, то есть они живут на минимуме. Они живут на минимуме. Но когда они подключаются к духовному знанию реально, не формально, а реально, вот тогда у них открываются перед ними максимальные возможности. Вот, поэтому сейчас, когда у людей жизнь коротка в Кали-Югу, энергии мало, и все некачественно, все внешне выглядит классно, да, вот, продукты, в них практически отсутствует прана, очень такие, мало в них такой жизненной энергии, когда дома построены из всех этих каких-то искусственных материалов, какие-то гипсокартон, там какой-то пластик и так далее, то есть это называется продвинутая цивилизация, вот, когда натуральные вещи почти недоступны, понимаете? Вот, дом построить, не знаю, из дерева там, или что-то, мебель из настоящего дерева, она там какие-то запредельные деньги стоит, а так, какой-нибудь там ДСП или там какой-то пластик, это пожалуйста, ну, это продвинутая цивилизация называется. Мы изобретали кучу всяких разных искусственных вещей, и теперь всем искусственным дышим, искусственно едим, в искусственное одеваемся, вот, и это называем продвинутой цивилизацией. То есть люди вообще на бикрень мозги у них съехали. Вот, но настоящая цивилизация – это цивилизация, которая не подальше от естественного, а поближе к естественному, которая показывает, что природа, она дана Богом, в ней есть уже естественные технологии, все существует, все полное, так сказать, качество, все полное энергии. Вот. И если люди понимают эти вещи, тогда у них и образ жизни начинает меняться, они по-другому начинают питаться, где-то даже они могут попытаться, так сказать, куда-нибудь там поближе к земле, поближе к природе, потому что они понимают, что там Бога больше, Бог больше проявлен, и там ум спокойнее, чем в тех местах, которые создали люди со всей этой вот суетой. Тут нет ни здоровья физического, ни здоровья ментального, ни каких-то высших целей. Просто суета, которая приятна потому, что она регулярно и красочно раздражает наши чувства. Понимаете? Вот это вот современная жизнь. Но глубинного качества в ней нет вообще. Ни цели, ни метода, ни образа жизни, ни стиля жизни. То есть просто все привыкли к этой страсти, понимаете? И вот давайте скорость, гоняем. Вот это то, что, вот щекочет наши чувства, вот это вот создает ощущение, что вот все здорово, понимаете? Вот, но глубины какой-то в этом нет вообще. И поэтому мы видим примитивные поверхностные отношения, разрушаются семьи, люди легко обманывают друг друга, занимаются какой-то политикой, потому что благости ни в чем нет, ни в здоровье, ни в отношениях, ни в работе, ни в чем. Все примитивное, поверхностное, неглубокое. И как это называется сейчас цивилизацией. Мы продвинутые люди. Куда продвинутые? В какую сторону продвинутые. Вот. Но просто существует как бы как вот некий, какое-то вот массовое сознание, массовый гипноз. Мы это называем цивилизацией. Вот. Хотя цивилизация – это вообще другое. Цивилизация – это духовное знание плюс естественное жизнь. Это будет цивилизация, где все качественное. Материалы качественные, воздух качественный, вода качественная, пища качественная, люди качественные. Все качественное, понимаете? Идеи качественные, цели качественные, образ жизни качественный. Но вот мы дети другой эпохи, и сейчас, сказать, мы пытаемся вот при помощи этого знания выпутаться из всех этих иллюзий, созданных современным миром, вот, и где-то вот нащупать хотя бы вот этот вот хоть один шаг в сторону вечности сделать, для того, чтобы как-то вот начать свою жизнь улучшать. Харе Кришна. Если есть какие-то вопросы, комментарии, дополнения, пожалуйста. Сейчас, секунду.
что есть Махататва. Мне важно, как вы это доступно расскажете для Матаджи. Объяснение Махататвы для Матаджи. Буквально термин Махататва обозначает «великая истина». Махататва – это совокупность материальной энергии, в которой также присутствуют уже живые существа. Значит, смотрите, есть непроявленное состояние материи, называется прадхана, непроявленность, потенциальная, как вот в физике понять, потенциальная энергия. То есть, когда еще действия нет, она вот просто как, не знаю, как заряд в батарейке, да, то есть пока еще от нее ничего не работает, но вот она есть, потенциальная энергия, некий заряд. Итак, это прадхана. Когда в эту прадхану попадают живые существа, поскольку они активные по своей природе, начинают шевелиться. Прадхана называется пракрити. Пракрити означает активная деятельность. Крити – это действие, пра – это усиление. Итак, прадхана превращается в пракрити благодаря, вот, скажем, попаданию джив туда. И махататва, скажем так, вот, неактивированная материя – это прадхана, активированная дживами материя – это называется пракрити. Махататва – это в целом прокрити и прадхана. То есть, скажем, это такой общий термин, который объединяет в себе эти два состояния. Если прадхана – неактивная материя, прокрити – это уже активная, одушевленная материя, то махататва – это общий термин, обозначающий в совокупности все это. Понятно? Мададжи поняли махататву. Если выбор между тем, углублять ли знания в своей материальной профессии, либо лучше углублять знания о душе, как правильно расставить приоритеты, все зависит от положения человека. Если вы саньяси, то вам, может быть, нет нужды углублять свою материальную квалификацию. Вот, вы погружаетесь полностью в духовные вещи. Если вы не саньяси, это обозначает, что вы достаточно тесно еще связаны с материальным миром, и в материальном мире вот эта вот адхикара или квалификация, она имеет значение, потому что от вашей квалификации зависит качество вашей работы, зависит другие живые существа. В конце концов, ваше качество жизни зависит от вашей квалификации. Поэтому здесь, как вы сказали, гармонизация должна быть определенная. Раз мы живем в теле, раз мы живем в обществе, мы должны понимать законы тела, мы должны понимать законы общества. Вот, и при этом мы еще частицы Бога, мы еще должны стремиться к Нему. Нужно просто-напросто выстроить вот эти все вещи в одну систему. То есть сейчас человек представляет собой противоречивую смесь материи и духа. Материя, у нее одни задачи, у духа другие задачи. И мы путаемся в этих противоречиях, в этих разных свойствах души и материи. Чтобы не путаться, нужно просто вот это не вместе, чтобы не в куче было, а просто разложить их в процессе, во времени. Вот, и это вот раскладывание этих таких достаточно противоречивых задач во времени, это и называется система ашрамов. То есть, когда человек совершает разные действия в разное время. В юности он учится, в молодости он основывает семью, к старости он начинает отрекаться и так далее. Поэтому все нужно, скажем так, использовать в соответствии с текущей необходимостью. Наша перспективная задача уже есть, мы стремимся к Кришне. Вот, а какие-то текущие временные задачи, если не требуют какого-то повышения вашей квалификации, если от этого зависит, работа за вами сохранится или нет, то в чем проблема? Делайте это. Проблема состоит в том, что преданные иногда пытаются в жизни грехастх применить к себе принципы саньяси, и у них не получается, они говорят, прогресса нет. Неправильно прогресс мерит. Вот, то есть грехастх, он должен жить как грехастх, а саньяси должен жить как саньяси. Все проблемы – это когда саньяси живет как грехастх, а грехастх пытается жить как саньяси. Вот в этом месте проблемы сразу же. То есть нужно просто расставить вещи по местам. Вот это и называется ведическая система организации общества. Вот, и не пытаться имитировать стандарты другого. Если мы имитируем стандарты другого, это называется простым термином – парадхарма. Парадхарма – это одна из форм деградации. Вот когда один человек пытается имитировать
игнорировать принципы, духовные принципы тех людей, которые стоят выше, чем он. Все, так, так люди деградируют, они развиваются. Вот, поэтому нужно четко соразмерить, понять свое положение, и приоритетная цель нам поставлена, это Кришна, а промежуточные цели, их нужно просто делать из чувства долга. Вот, нужно развивать материальную квалификацию, развивайте, если от вас зависят другие члены семьи, другие члены общества. В этом нет ничего плохого. От, в ведические времена все обучались определенным вещам. Арджуна, он же, так сказать, какое-то время он упражнялся, да, и с луком, и с мечом, и так далее. И мы не можем сказать, что это майя. Это его дхарма. Это его дхарма. Кшатри, все, он должен владеть оружием, иначе какой он кшатри? Кого он защитит, если он сам ничего не умеет? Да? Вот. И это вроде как не сильно духовное искусство, да, стрелять из лука или мечом махать. Вот. Но время определенное уходило на все эти вещи. Также и каждый человек, у него есть какая-то своя гуна-карма, какой-то свой типаж, к чему он склонен. И поэтому, чем качественнее он будет работать, тем качественнее будет его жизнь, качественнее будет жить других людей, потому что он будет создавать качественные продукты или качественные услуги какие-то оказывать. Вот, поэтому материальная квалификация – это не какая-то майя. Материальная квалификация плюс сознание Кришны. Вот это называется цивилизация, понимаете? Если мы отрываем все эти вещи, опять же, мы не видим связи с Кришной, а она есть. Все связано в мире, все связано с Кришной. Если мы не видим, это обозначает, что не это майя, значит, что мы в майе. Потому что когда мы в майе, вот тогда мы и не видим всех связей. А так и весь мир повязан Богом, понимаете? Один независимый сделал всех остальных взаимозависимыми. И нам нужно понять эту взаимозависимость. Просто действовать, совершать какую-то свою социальную там, или профессиональную деятельность, неважно что. Вот. Но вы смотрите на эту роль, как на роль, которую дал вам кто? Вы сами, что ли, родились в какой-то семье? Нет? Вас кто-то послал в какую-то ситуацию, где-то вы стали проявлять свою природу, свои способности. Это сделал Кришна. Вот. Он говорит, я направляю скитание всех живых существ. Ишварах, Сарабутанам, Хридишерджуна, Тиштхати. Он говорит, Верховный Господь находится в сердце каждого живого существа, и Он направляет скитание живых существ, которые просто едут по этому миру, как вот в машинах, да? Янтра, Рудханимая, как вот они, находящиеся в машине, созданные из материальных элементов. Вот. Кришна посадил нас в эту машину, поэтому чем более качественно мы рулим в этой машине, чем более качественно мы действуем на дороге жизни, тем лучше всем. Поэтому не нужно относиться к материальным обязанностям как к чему-то оторванному от Бога. Это так видят новички, они связи не видят. Вот. А связи есть, поэтому очень важно их замечать. Как так, как отрабатывается проклятие на проклинаемом и проклинающем? О, Господи. Без 100 грамм не разберешься, да? Кажется, я понял. Проклятие – это негативная энергия, которая разрушает кого-то. Ну, если это как оружие или как удар такой, вот кого-то можно физически ударить, кого-то можно вот в тонкое тело ударить, какое-то посадить в его тонкое тело, какую-то силу разрушения, которая будет теперь его разрушать, или там какие-то части жизни его могут, какая-то часть сферы жизни его может быть не давать нужных результатов, ну, как, допустим, даже Господь Рама попал под проклятие того самого Нарады Муни, великого преданного своего. Вот это проклятие вылилось в том, что семейная жизнь Господа Рамы была фактически загублена, проклятие Брахмана, Брахма-Шапа. Но это так, пример немножко из другой сферы. В обычной жизни проклятие обозначает, что кто-то кого-то хочет наказать вот каким-то этим вот таким негативным посланием. И эта негативная энергия, она, с одной стороны, разрушает того, кто стал жертвой этого проклятия.
Вот, а как, допустим, Махараджа Парикшит был проклят этим брахманом Шринги. Вот, и фактически его жизнь физическая, она закончилась через 7 дней. Все, здоровый молодой человек, раз и все, проклятие. Вот, но также тот, кто посылает эту энергию проклятия без нужды, особенно без нужды, то, значит, эта энергия, она также возвращается к нему. То есть здесь, когда мы начинаем запускать какой-то цикл, вот это все к нам возвращается. То есть это означает, что у оружия у него есть назначение. Вот. Но когда оружие используется не по назначению, тогда это называется, ну, превышением, да, уже каких-то полномочий. Вот у полицейского, у него там пистолет, допустим, висит. И на тот случай, когда в нем есть нужда, он им пользуется. Но если он использовал его без нужды, скажет, что это превышение полномочий, он сам за это получит. Так вот, есть проклятия, которые, в общем-то, так сказать, по делу. Вот, когда действительно люди там что-то натворили непонятное, да, и вот там мы читаем 4-й песни Бхагавата, там как брахманы прокляли этого Махараджа Вену, царя, ну, человек там конченый подонок был, да? Вот, то есть в данном случае по назначению проклятие это пришло, то есть оно разрушило то, что нужно было разрушить. Вот, но когда люди кого-то проклинают из-за своих собственных бесконтрольных чувств, когда что-то там у меня, кто-то там у меня что-то не получилось, и я вот теперь говорю, вот сейчас вот тебе там из-за мести или чего-то там, как, ну, таких из-за низменных эмоций, то есть не по делу человек использует энергию, то рано или поздно эти вещи возвращаются к этому человеку также. Но иногда бывает так, что проклятия и не срабатывают, как вот Чинаки Пандит говорит, что ворона не может проклясть корову. Шакти не хватит. Вот. Вот, поэтому кто-то там может хорохориться там, с какими-то проклятиями, сейчас тут всех прокляну, да. Но реально, вот, то есть для того, что проклятие – это энергия, энергия должна быть. Поэтому человек проклинающий, скажем, накладывающий проклятие, это, как правило, люди, у которых есть какая-то энергия. Почему, допустим, в ведических временах люди боялись проклятия брахманов? Потому что брахманы – это люди, как правило, аскетичные, то есть они энергию зря не расходуют. И вот они ее там хранят, кто где, там, кто в бороде, там, кто в своих волосах, там, неважно. Ну, как это? Это ж, думаете, зря, что ли, все эти сказки про старика Хаттабыча, который волосы с бороды вырвал, да, и там, ох тебе, дохти, там, что-то произнес такое, бум, что-то появилось. Это та же самая идея, когда вот эта вот шакти, энергия, аскеза, она там конвертируется во что-то, да, раз, вот конвертация, вот энергии в какие-то там блага и так далее. Мы читаем, как этот самый Кардама Муни силой своей аскезы там какой-то там дворец этот летающий сделал. Не было ничего, вдруг раз дворец. Откуда? Это конвертация энергии, то есть то, что накоплено было у него благодаря всей этой аскезе. Вот. Ну, понятно, откуда у брахманов эти все вещи. Современные люди, которые, как правило, не сильно аскетичны, все их эти проклятия, ну, они смешные. Вот. Потому что мало у кого есть какая-то энергия, чтобы это вот реально там как-то вот она действительно воздействовала. Хотя есть такие вот, ну, вещи, там, какой-то сглаз там, или еще что-нибудь такое. Вот это все присутствует, но это не обладает прямо такой уж большой силой, как бы, допустим, реальное проклятие брахмана. Поэтому, в общем-то, вот эти все шапы или проклятия, это не каждый может сделать, на это нужно иметь полномочия, понимаете? Вот, поэтому, собственно, особенно сильно бояться этого не нужно, но принцип таков, что тот человек, который послал эту энергию проклятия на кого-то, пострадают оба, потому что если это из-за бесконтрольного ума, или из-за какой-то зависти, или из-за какой-то злобы, то есть не по назначению использованная энергия, она обязательно, она накажет обоих. Объясните, пожалуйста, где грань между тем, что в Кали-югу предсказана полная деградация, и тем, что сознание Кришны будет распространяться. Деградация идет, это наблюдаемый процесс, но есть люди, которые сознательно этой деградации подыгрывают, а есть люди, которые этой деградации сопротивляются. То есть сознание Кришны обозначает, что для тех людей, которые
хотят развиваться, есть возможность. То есть какие-то другие эпохи такой возможности практически нет. Калюга такая возможность есть. Поэтому здесь мы можем наблюдать две тенденции. Одна тенденция состоит в том, что деградация продолжается, и мы видим ее, она наглядная. Вот. С другой стороны, мы видим, что появились возможности альтернативы. То есть есть люди, которые стали искать других взглядов, другого образа жизни, куда там, чего угодно, хотя бы даже просто там чистого питания, чистого образа жизни, это уже плюс, это уже такая аномалия в Кали-югу считается, да, вегетарианство, это что такое, это же вредно для здоровья, говорят, да, вот, то есть люди не понимают, это вот разум в невежестве, он не понимает, чего нужно бояться, чего не нужно бояться, что связывает, что освобождает, просто разум в невежестве, вот, поэтому две тенденции, как вот представьте себе какое-то загнивающее дерево, да, такое лежащее уже, и на этом загнивающем дереве какой-то новый росток, росток новой жизни. Вот. То есть сознание Кришны – это то, что вот благодаря Господу Чайтани, Шриле Прабхупаде, надежда для тех живых существ, которые ищут чего-то. А в целом две тенденции одновременно не будут идти. Разрушение одного и появление другого. Что происходит с нами во время сна, какова природа сна, как относиться к снам, в которых снится Кришна, Шрила Прабхупада, старший преданный. А сон – это деятельность ума, и обычно люди думают о том, чем занято их тело, чем мы заняты, вот те вещи, как правило, нам снятся, или какие-то личности, которые близки нам, у которых с нами есть какая-то эмоциональная связь. Вот, чаще всего так. Ну, бывают сны не просто как вот работа просто моего ума, то есть ум там наполнился впечатлениями, и вот теперь там они как-то там перемешиваются. Это бывают такие сны обычные. А бывают сны, которые, через которые Кришна как-то вот входит, там дает там какие-то уроки и так далее. То есть мы встречаем часто в читании Чаритамриты описание, как там преданным во сне там Господь явился, или какие-то там наставления не услышали. Вот, то есть чем чище человек, соответственно, тем чище его сны. То есть в целом сон – это просто деятельность ума. Но если ум становится чище, тогда вероятнее, что в этом уме будут появляться какие-то чистые образы или там какие-то могут быть откровения, понимания каким-то ученым, даже там какие-то идеи великие приходят во сне. Вот, какие-то бывают такие вещи. Поэтому, с одной стороны, сон – это, с одной стороны, майя, да, то есть деятельность ума. С другой стороны, если человек чист, тогда через сон Кришна может дать что-то. Если что-то приснилось хорошее, ну, что-то не пойму, и так написано. В лекции Прабхупады мы услышали, что деградация современной цивилизации связана с тем, что люди не берут ответственность за семью. Как объяснить и Прабху, и Матаджи, что такое ответственность с точки зрения истины, в особенности в тех случаях, когда Прабху не работает, и чего делать? Внушает, не могу понять, вынуждает Матаджи сгорать с точки зрения природы и духовно. Смотрите, ответственность – это качество людей в гуне благости. Если люди живут стандартом ниже гуны благости, они не могут понять, что такое ответственность. Вот, поэтому это не вопрос какого-то объяснения. Ух ты мой. То есть логически тут ничего сложного-то нет, да, объяснять. Ответственность обозначает, что все живые существа должны. То есть мы все что-то потребляем, какую-то энергию, какие-то услуги, неважно что. Вот я вдох сделал, я уже должен, понимаете? Я уже потому что использую какую-то энергию. Вот, и поэтому веды описывают панчаягию, то есть пять видов жертвоприношений, которые гасят пять типов долга. То есть это долг перед предками, долг перед полубогами, долг перед родителями, долг перед другими живыми существами.
существами, что мы едим их тела, вот, и долг перед брахманами, то есть те, кто дают нам, ну, знания. Вот, то есть это вот панча-яги, пять видов долга, которые есть у каждого живого существа. То есть и ответственность обозначает, что я эти долги плачу. Потому что благодаря предкам, то, что династия продолжалась, я тоже появился на этом дереве генеалогическом, вот я, так сказать, поспел тут, да, вот, появился. Благодаря родителям, они мое тело, значит, поддерживали. Благодаря учителям, ну, хотя они там не бог весть какие брахманы, но в школе тоже обучают, это тоже какие-то местные брахманы калиюжные, да, они меня хотя бы научили там читать-считать, спасибо за это, да. То есть вот, если бы не они, я бы был в невежестве, если бы не полубоги, как тут вообще вся эта погода бы проходила. Вот, то есть, когда человек начинает понимать, что он живет в некой системе взаимозависимой, тогда у него будет понимание, что да, я постоянно потребляю, поэтому я постоянно должен. То есть вот это вот чувство ответственности, ну, должествование, чувство долга, что человек должен ходить на работу, там, то да сё, вот, оно из гуны благости рождается. Если вы говорите, что этот прабху, так сказать, извините за выражение, не работает, да, вот, не работает, это обозначает что? То есть либо это гуна благости, он не работает, да, вот, то есть он в каком-то более тонком режиме работает в гуне благости, да, вот, либо он в невежестве не работает. Но я сомневаюсь, что тот, кто находится в благости, он там кого-то выжигает и так далее. То есть, скорее всего, речь идет о том, что даже гуны страсти не хватает, понимаете? Человек, который не работает, по невежеству не работает. Это человек, который находится даже ниже гуны страсти. Какая ответственность? Это все мимо его головы пролетают такие слова, понимаете? Вот, потому что понятие ответственности, оно только вот у человека в благости возникает, понимаете? Вот, а если он там где-то, непонятно, так сказать, ниже даже гуны страсти находится, вот, то о чем можно говорить, понимаете? Вот, Кришна посоветует себе простую вещь, открыть Бхагавадгиту, глава 3, текст 8. Кришна говорит, что без работы невозможно поддержать даже собственное тело. Если этот человек преданный Кришне, то может он хотя бы эту простую сутру выучит, да? Может быть, не обязательно там какие-то глубокие истины, просто простая вещь, вот, без работы невозможно поддержать собственное тело. Такая сложная шлока, да, вот, это же не сложно, да, вот взял и выучил, и все, может быть, что-то включится у человека, вот, потому что говорить на какие-то высокие темы с людьми, смотрите, знание – это то, что стоит выше кармы. Сначала идет правильная карма, потом правильная гьяна. Никак иначе. Почему Кришна говорит, сначала рассказывает науку кармы, 3 глава, потом 4 глава уже наука гьяна. Если человек не занят правильной деятельностью, он ничего понять не может. Почему даже материалисты говорили, труд облагораживает человека? Потому что когда человек занят, у него разум начинает проявляться, он начинает что-то делать, но что-то не получается, он начинает думать так, не так, так, эдак. То есть за деятельностью это всегда развитие разума. А если человек не работает, он просто дегенератом становится, извините, понимаете? Вот и все. Поэтому и вы человеку не работающему хотите какую-то высшую истину. Это не получится, потому что есть определенная динамика развития работой, вследствие деятельности у тебя будет появляться опыт, будет развиваться разум. Вот теперь этот разум уже какие-то вещи будет входить. Просто, ну, к сожалению, есть такая аномалия развития у нас немножко, что вот «оставь все, предайся Кришне». Первую фразу мы услышали «оставь все». Вот, это у нас прямо вот на душу легко ложится «оставь все». Да, это прямо то, чего я ждал «оставь все». Вот. А что такое предаться Кришне? Это бином Ньютона, это сложная вещь. Да? Вот. Если человек оставил все и предался Кришне, он будет счастлив, все вокруг него будут счастливы. Но если он оставил все, а Кришне не предался, вот это караул и для него, и для всех остальных. И вот такое половинчатое, очень упрощенное, наивное такое детское понимание философии, что работа, ой, с этими кормит, игре, фу, там, зачем, Бог подаст. Окей, Бог подаст, тогда живи по принципу питона, вот он лежит себе, да, что там заползло тебе в рот и все, но в таком состоянии не нужно семью заводить, еще что-то такое, вот, то есть если человек вот такую философию исповедует, она в принципе приемлема, в ведах тоже описано такое, но это авадуты, то есть это люди такие, ну скажем, не социальные, а если у человека семья и так далее, и он пытается вот эту философию питона исповедовать, будет, конечно же, проблема, потому что она неуместна
в данном случае, она может быть уместна для такого саньясия в аду. Ты, пожалуйста, все. От его этой философии питона не страдает никто. Понимаете? Вот. Но когда он находится в социуме, по идее, какую-то должен занимать более ответственную позицию, и он вдруг вот эту вот такую странную философию, тогда, конечно, будет проявление беспокойства. Да? Вот. И Рупа Госвами объясняет, Шрути Смрити Пуранади Панчаратри Витхим Винай, Катики Харер Бхактир Утпатаява Калпате. Когда преданное служение совершается не на основе Шрути Смрити Пуран и так далее, то есть не игнорируя авторитет, это результат беспокойства в обществе. То есть то, о чем мы сейчас сказали, беспокойство общества, он кого-то там выжигает. Почему? Потому что его преданное служение не на основе Писания, не на основе традиции. Человек просто невежественный. Что ему можно объяснить? Поэтому его нужно как-то вот тряхануть, его сначала в гуну страсти перевести надо, а потом уже, если он начнет работать, тогда уже какой-то разум там будет проявляться, тогда уже с ним разговаривать можно. А сейчас не с кем разговаривать. Потому что человек, который ведет вот такое вот существование, ну, как бы пассивное, вот, он не восприимчив к каким-то высшим истинам. Подскажите, как правильно понять, что та или иная деятельность есть твое предназначение? То, что вы готовы делать бесплатно, это и есть ваше предназначение. Представьте себе, что вот сейчас вам на голову там упала, ну, любая сумма, крупная, которая решит ваши все финансовые проблемы до конца жизни. То есть вам на работу больше ходить не надо. И вот теперь представьте себе, что вдруг решились все ваши финансовые проблемы, на работу ходить не надо. Вот чем бы вы занимались? За бесплатно, просто так. Вот это и есть ваша деятельность, понимаете? Я знаю одного человека, очень богатый, много денег, нет никаких вообще финансовых проблем. Но он при этом работает маляром. Ему очень нравится. Он просто в экстазе. Это. Денег вообще там, куры не клюют, у него там всякие разные пассивные доходы. Но вот он работает маляром, ходит в краске перемазанной, счастливый такой, с ведром. Ему нравится. Это его природа. Шрила Прабхупада говорил, что чистота – наша сила. Что дает силы следовать духовным путем строго? В чем должна проявляться чистота, в каких вещах? Что такое строго? Опять же, я чувствую, что за вопросом стоит, может быть, не всегда правильное понимание возможностей. То есть, допустим, есть стандарт определенный, да? Вот, но этот стандарт, к нему нужно прийти. То есть иногда мы воспринимаем вещи как-то так вот немножко без связи со своей природой. То есть мы услышали про какой-то стандарт, вот, а мы не услышали ничего о своей природе и о том, как человек вот с моей природой к этому стандарту может прийти. Знаете, несложно читать лекцию о высоких стандартах. Очень просто. Да? Взял и прочитал. Так, 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 все должны. Понятно, понятно, вопросов нет, расходимся и следуем. Да? Вот, но это будет лекция о высоких стандартах. А где лекция о том, как прийти к этим высоким стандартам людям с разной природой? Понимаете? Вот таких лекций крайне мало. Понимаете? И поэтому возникают вот такие вот вопросы. То есть этот вопрос обозначает, что мы слышали что-то про высокие стандарты, мы слышали что-то о нашей низкой природе в Кали-Югу, да, там, что мы там ниже шудр и так далее, но мы не слышали о том, каким образом прийти к этим высоким стандартам, вот, начиная со своей какой-то не очень-то культурной природы. Вот, поэтому это то же самое, что, знаете, вот, пытаться посадить вот, семя в какую-то, должна быть почва, то есть, допустим, вам дали какое-то ценное семя, да, вот, говорите, вот растение такое, очень красивый цветок или там какой-то фрукт, что-то еще, да, но для того, чтобы он, это просто семя, да, вот теперь нужно посадить его в почву, чтобы эта почва его питала, только вместе они дадут какой-то плод, да, допустим, нам дали семя сознания Кришны, Бхакти Лата Биджи, да, семя преданного служения. Вот теперь вот оно есть, да, оно есть, мы не сомневаемся, вот это наша вера. Если бы у нас не было веры, мы сюда вообще не пришли. Да? То есть у нас есть вера о том, что семя преданного служения можно вырастить. Теперь возникает вопрос, почему оно медленно растет, плохо растет или там вообще не растет. Дело не в семени, да, то есть мы не сомневаемся в том, что оно есть, потому что мы видим людей, которые чего-то там достигли. Вот, значит, дело в другом, в моей квалификации, в моем сердце, в моем состоянии,
в том, как я там поливаю его или не поливаю, что я там с ним делаю. Вот. Поэтому очень важно говорить не просто о стандартах, там, строго, а степень, понимаете, степень строгости. Потому что иногда я видел, так сказать, много людей, которые пытались следовать каким-то вещам очень-очень строго, но у них не было квалификации адхикары на это, понимаете? Вот. И когда люди опять же пытаются действовать не на основе своей адхикары, они срываются. И это то, о чем Кришна говорит четко и ясно, когда он описывает процесс преданного служения в 12 главе Бхагавад-гиты, он говорит: просто обрати ко мне весь свой ум и разум, и так ты будешь пребывать во мне, так сказать, вечно, и в этом нет никаких сомнений. Далее он говорит: если ты не можешь делать это, тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, так ты достигнешь, обретешь желание достичь меня. Если ты не можешь делать это, работай для меня, и так ты достигнешь совершенства. То есть какой стандарт? Какой стандарт? Бхава-бхакти, садхана-бхакти или там нишкама-карма-йоги. Понимаете, когда вы говорите про строгие стандарты, нужно же понять, а адхикара, квалификация, к чему следовать? Кришна четко дифференцирует: не можешь то, делай это, не можешь то, делай это, а мы? Если Кришна говорит, а мы этого не говорим, мы последователи Кришны или чьи мы последователи? То есть совершенно же очевидно, что не все люди могут всему следовать. Очевидно. Но это не выключает их из идеи преданного служения. Не выключает, понимаете? А мы почему-то думаем, что если ты вот не следуешь высоким стандартам, ты в мае. Но в абсолютном смысле слова – да, в мае. Вот. Но если человек немножко, так сказать, повышает качество своей жизни, мы смотрим, сравниваем его не со святыми людьми, а сравниваем его с ним же самим прошлым. Допустим, если человек курил 2 пачки сигарет в день, вот, а теперь он курит уже 1 пачку сигарет в день, это очевидный прогресс. Можем сказать: пачка сигарет в день, вы что, друзья, о чем мы говорим, да? Это прогресс для того, кто курил 2 пачки. Вот, но если мы сравниваем человека, курящего 1 пачку, с ним же самим, который курил 2 пачки, это прогресс. А если мы сравним его со святым человеком, мы скажем, он в полной мае. Но не нужно его сравнивать со святыми, его нужно сравнивать с ним самим, понимаете? Он же растет. Допустим, вот растет ребенок, да, и там на стенке отмечают, сколько у него там, 140 сантиметров, там 150, молодец, растешь на 10 сантиметров. А что, если мы рядом поставим там какого-нибудь дядю Степу великана, да, и с ним будем сравнивать? Какой смысл? Мы должны сравнивать рост одного человека. Вот он был столько-то, стал столько-то. Вот прогресс, понимаете? А когда мы неправильно сравниваем, сравниваем человека в каком-то своем естественном режиме развития с человеком из какой-то другой вообще весовой категории, и мы говорим: ну вот, я не расту, что-то. Нельзя так сравнивать. Сравнивать нужно в своей категории, понимаете? Поэтому вот эти вот строгие стандарты и прочее, там рост, прогресс, это все нужно осознать вообще, о чем мы говорим, вот, и применять это правильно. Вот, потому что если мы проецируем одно и то же на всех людей, тогда и возникнет неправильное понимание этих вещей. Вы говорили о том, что происходит, когда мы открываем для себя духовное знание, приводя аналогию с включением света в темной комнате и реагентом в воде. Теоретически понимание есть, но на практике порой сталкиваюсь с тем, что на самом деле его нет. Как реализовать духовное знание на практике? Нужно применять его в своей природе. То есть духовное знание, оно очень практично. То есть мы говорим не просто там «я не тело, я душа», да? Хорошо, «я не тело, я душа», это понятно. А теперь нужно понять, каким образом при помощи духовного знания вот это вот свое тело, которым я не являюсь, тем не менее использовать. Допустим, если вы приехали сюда на машине, вы же понимаете, что вы не машина, да? То есть мы не обсуждаем этот вопрос. Но тем не менее вы этой машиной как-то пользуетесь по правилам, да? То есть вы, хотя вы знаете, что вы не машина, но вы умеете пользоваться машиной. Вот, точно так же духовное знание обозначает, что я понимаю, что я не тело, но более высокий уровень духовного знания, когда я это тело, которым я не являюсь, я задействую в служении Кришне. Вот и все. То есть нужно понять, тело – инструмент. Значит, что? Учись пользоваться инструментом. Преданное служение – это
как бы наша вечная, ну, как бы дхарма, да, это наша вечная деятельность. Теперь в этой вечной деятельности нужно просто научиться пользоваться временным инструментом, владеть инструментом. Почему Кришна дал мне такое тело, такой инструмент, как я могу вот это конкретное тело, вот ум, свою гуна-карму использовать в служении ему, вот и все. Когда вы говорите, нет реализации, нет практики, это обозначает что? Это обозначает, что вы не можете использовать свое тело в служении. Знаете, для начала нужно просто, скажем так, привести тело в порядок. То есть инструмент, он должен быть рабочим, понимаете? Если это нож, значит, он должен быть острым, да, если там что-то еще, оно должно быть смазанным, да, каким-то там. Вот, то есть, это, и Кришна описывает эти вещи, он говорит, что там юкта хара вихарасья, юкта чештас, как там, кармасу, да, юкта свапнахи бодхасья, йога бхавати дукха. То есть, урегулировав деятельность, вернее, урегулировав питание, сон, деятельность и отдых, да, человек может избавиться от страданий, занимаясь йогой. То есть, это минимальное стартовое условие для того, чтобы наш инструмент тела был рабочим, вот и все. То есть, когда человек, ну, в норме находится, да, в таком нормальном состоянии, теперь можно заниматься служением. То есть, я не знаю, какого вы ждете результата, чего там не хватает какой-то реализации, но все требуется время. То есть, наша задача понять, что я не тело, раз, а пункт второй – это как это тело использует в служении Богу. А все остальное, опыт, ну, он приходит с течением времени. Самое главное, что помогает этому опыту углубляться, это процесс Шраванам Киртанам, то есть, когда вы регулярно слушаете из вдохновляющих источников, вот тогда вот все, что вы делаете, оно начинает приобретать смысл. Вот тогда эта деятельность начинает давать плоды. То есть, кроме деятельности, ну, духовные плоды, кроме деятельности необходимо еще вот этот правильный процесс слушания, потому что это основа. Через слушание в нас входят самые тонкие вещи. Так, я не знаю, по времени уже... А, надо заканчивать. Да мне уже организаторы пока... Тут какой-то один вопрос очень длинный, поэтому... Если это очень важно, то подойдите ко мне после лекции. Сейчас просто мы уже не успеваем. Вот, а на этом мы закончим. Всем спасибо. Шрила Прабхупада, Ки. Джай.